Пушка. Здоровайся. Всем привет, с вами Дмитрий и Артур. Мы начинаем новое кооперативное прохождение игры Са-са-са Saints Row The Third. Когда все проходят четвертую, мы решили вспомнить что-то более лучшее, чем четвертое, и начать четвертое третье. Четвертое говно. Ну, мы все равно ее пройдем. Это но мое личное после субъективное мнение. Не слушайте этого. Субъективное личное мнение. Четвертое говно. Ну и ладно. Че ты не читаешь? Там он. Зачем мне на английском читать что-то? В стиле Star Wars ползет текст. Вот за эту уже игру можно уважать. За то, что она дает. Нет, не дает, это, блин, слово другое. Возносит к небесам старые прекрасные фильмы с серии Звездных воинов. Третьи Звездные войны говно. Именно третий. Эпизод третий. Да, эпизод третий и второй говно. Второй вообще говно. Ну-ну. Что ты успеешь еще за прохождение первой части назвать говном? Нигера бьют, ты уже можешь радоваться. О боже, боже, какие у него штаны. Ты говоришь, что графика говно, но скоро у тебя перегреется комп, и ты выключишься. Не надо так. Наверное. Хадукен. И обязательно, видишь? Чем еще эта игра поиграла? Нигер умеет играть в баскетбол. Она поддерживает стереотипы про нигеров. И стереотипы про сиськи, что они большие и натуральные. У всех. Что у нее с голосом? Они меняют голос, чтобы не попасться. Чтоб их не узнали по голосу? Типа того. В окно какая-то херня влетела со стуком, сейчас посмотрю. Это голубь наглый. Ультрапостмодернизм? Ему это нравится. А зачем они еще грабят банки? Зашли, знаешь, такие с автоматами, все еще все равно. Как-то все вяло так происходит. На расслабоне. Фоточку. Воу, полегче, бабушка. Ну вот, поболее такое активное начало. Знаешь, как-то в такой игре даже шутить не надо толком. Давай серьезно. Давай по-нормальному. Так, за кого я играть буду? Ну, мы, наверное, будем сейчас одинаковыми, чувак. То есть потом мы себя только изуродуем. Так, я сижу. Как прикрываться? Так, нет, стоп. Так, вот, я наконец-то... Как присесть? Как ты это сделал? Что? Или это не ты сделал? Это не я. Ладно. Так. Я вроде отменил, да, чтоб мы друг друга не можем убить. Зря, наверное, да? Ну, мы же можем пинаться, нет? Ну потом про... Подожди. Куда ты пошел? Ты чё, блин? Проблемы? Да что такое? Проблемы? Что ты пинаешься? Я не вижу, я в двери застрял. Да блин, ну попади ты в него! Беги от него, беги! Попал.
Пошел от меня! Круто, бесконечные патроны. А как их там в ближнем бою бить? А, во как. Ну давай, давай, избей его, давай. Вот я держу его, давай. Ты меня избил, вот. Как она забавно лежит. Я 89 монеток собрал. Боксов. Музычка такая на фоне. Фонистая. Ладно, нам надо куда-то идти. В упор. Он еще не умер? Умер. Сейчас. А как вот... О, подожди-ка, здесь живой. О, еще деньги. Как ты прыгнул через чувака? Какую кнопку ты нажимал? Е, F? А на чем ты играешь? На клавиатуре. Тогда F. Желательно в шифте. Зачем было носить маски, если они теперь их сняли? Ну понимаешь, вот этот чувак, который снял ту маску, он такой же самый. Ну да. Так. Я положил бомбу в штаны. Так, а куда нам идти? Наверх куда-то? Не знаю. Я... О, тут хочет взять у меня интервью. Автограф. Не смей убивать мою фанатку. Деньги. Ай, я убил ее. Нет. Ты идиот. Так ты убил ее. Так. Че так? Мы зря поставили бомбу. Почему? Там вот был чувак какой-то, там можно было его избить и деньги получить. Он идиот? Josh, are you trying to get us all jail time? What? I don't wanna be some dude's bitch. Do I have to go after him? Странно. Что только что произошло? Все очень странно. Стоп, почему? Нас было всего 4. Не, 5. Да? Ну 4, если бы, типа, меня не было бы. Или тебя не было бы. Че такое? Слепят. Что за люди, которым нужно по 10 патронов на хару? На хару? Ну, на хару, хару. В голову стреляй. Да, всего туда 5 надо. Кстати говоря, если между ног стрелять, тоже им мало надо патронов. Ну, видимо, в этом есть какой-то прикол. Надо было хардкор выбирать, наверное. Не-е-е. Ну, это ж пока легко. Всего лишь спецназовцы сыпятся из окон. На тросах. А ХП регенится здесь? Да. Если в тебя не будут стрелять. Ну да, я понял. Пошел от меня, пошел от меня. Это повстанцы. Повстанцы? Ну, вроде как. Щит повстанца. Это ж спецназ. Повстанцы! Сбейте вертолет чем? Автоматом надо. Ну окей. Ну все, норма? Блин, мы его не сбили.
Бакасена сказала, ну все, нам пора. А, мне казалось, ну все норма. А у сейпа есть такие штучки, что ли? Ну, это ж не настоящий сейф. Ой, а ты где? А. Я рядом. Какой сильный вертолет все-таки, сказал бы я. И целится сквозь крышу. Кто? Вертолет. Выноси вертолет. Почему автомат мы не перезаряжаем вообще? Да, я его перезаряжаю. Потому что одна рука занята. И он перезаряжает его. А, нет. Вау. Бам! Еще и упал вниз. Сколько семей, сколько людей мы сгубили? Сколько? Не знаю, много. Грустно. Самолет не хочет взрываться. А вот здание хорошо так. Я упал. Я вижу, что ты там бегаешь где-то. Бегал. Не-не. Я думаю, у нас сейчас анимация одного персонажа. Хотя я сейчас посмотрю. Не, я тебя слева не вижу. Ты справа так висишь? Да, да, да. Ну, вот ну, залезаю. Да, да, да. Перекатился. А вон ты. Да. Ты похож на меня. Ну, я одинак. Сказал, что ты копия меня. Ну нет, не одинаково. Ты копия меня. Я первый персонаж. Серьезно? Да, предъява. По идее, ты должен был сейчас упасть. Но он не падает. А, ты висишь так же, как и я. Ты слева, да? Да. Можешь посмотреть меня даже. Но я тебя почти не только оружие вижу стреляющее. Нет, нет! No, motherfucker, no! Я только не вижу себя, кстати. Экшена много, здорово. Но они не могли сделать две заставки. Ты умер. Или ты умер. Я первый перс. Ну, муж одинаковый, чувак. Как-то авторитета мало прибавилось, не? Ну, в общем-то, да. Я хочу больше авторитета. Ты не авторитетный. А должен быть. Ну я сейчас создам себе урода, вот тогда посмотрим, кто из нас авторитет. Примечание, загрузка. Открыто достижение, мертвые президенты. А, знаешь, я мертвые президенты почему? Нет. Настройка, я могу настройку персонажа сделать уже? Ну сейчас ты его создавать будешь. Загрузить персонажа. Подожди, а почему их здесь так много? Ну, просто. Я могу любого настроить? Или, типа, я беру архетип и из него делаю уже кого-то? Любой. Сейчас это будет очень долгое создание. Да. Поэтому надо ее пропускать. Не. Пол, женщину создаем? Женщину давай создадим. Расу, я даже не знаю, какую. Азиатку. Мы же азиаты. Да? Да, женщину-азиатку. Нет, ну... Нет. Нет? Негра? Нет. Есть еще лосина. Я сделаю что-нибудь нормальное. Ну, я тоже сделаю. То есть, реально, пока не урод. Постараюсь. Можно сделать какого-нибудь персонажа из X-менов. Тут так много цветов кожи, потому что... Из X-менов? Ну, типа эту, знаешь, да, синюю, да, тварь. Стик. А можно черного негра сделать? Да не, я азиатку хочу сделать. Не знаю, в чем прикол фермерского загара. Это просто грязь. А где он, фермер? Ну там детали кожи.
А. Мне нравится цвет, болезненно желтый. Возраст. Великая привлекательность. А что у мужика? Или ну, у меня мужик. У него увеличение полового органа, да? Ну да. Да, у бабы, потому что это сиськи. А-а-а. Ну, что еще могло бы быть у нее? Ну, поставим ей 75 привлекательности. Нет, 75 много. 60 нормально. Да. Назад. Лицо. Фишки. О, боже мой, а что за фишки? Фингал! Бородка. Бородавка. Бородавка, офигенно. Веснушки прям сразу. Не знаю. Веснушки? О, да, я веснушки наделаю. Что такое голубые оспины? Глубокие оспины. А, все, я понял, что такое. Ямочку поставлю ей еще, натуральные глаза. Что? Можно опять сделать, как в Dead Space этого Джона Карвера. Шрамы есть. Ну и родинок ей втыкаем на лицо. Весь набор? Че-то ты болеешь. Нет, это не болезнь. Ну, есть эти, типа... Больше нельзя выбирать, мне поставили только 7 родинок. Как эти называются? Раковые родинки. Нет, раковые это же. Бородавки. А, ну, родинки тоже могут быть. Все нормально. Хотя, подожди, надо какую-нибудь родинку убрать. Вот эту вот уродинку. Нет, надо, блин, ямочку убрать. Да, зашибись. Макушка. Макушка. Что такое макушка? Не понял, почему, но она лифчик мне сняла. Повезло. Ну да, хотя он трусы снял. Я не знаю, я пока лоб делаю. Ну то у меня лоб тоже делает, но она сняла уже лифчик. Ну как бы у меня не показываются трусы, я только поп. Мне все равно, в общем-то. Блин, брови, глаза. Глаза я могу. А, что такое глаза? Блин, надо азиатские глаза сделать. Почти азиатка. Отдаление, что такое отдаление глаз? Размер глаз. Высота, глубина. Может такое выпуклыми глазами сделать? Азиат. Блин, нет. Расстояние между... Вот расстояние между глаз лучше вообще не трогать. Ладно, ну нормально. Высота верхней части века, вот это прикольно. Блин, такие пешки. Ты почем? Я не почем. Я таким родился. Отлично. Так, вот теперь чисто азиатка получается. Теперь только глаза ей надо сделать. Ой. Цвет глаз коричневый, темно-голубой. Красные. Или белые. Вообще супер. А, боже мой. А черные? Ух ты, черные забавно выглядят. Знаешь, как эти линзы? Интересные. Ну, да, вроде как. Да ну, какой-то бред. Поставлю ей бледно. Синий, желтый. Размер ушей это просто... Просто очень много настроек. Почему? А почему здесь два раза глаза идут? А, нет, это уши, написано глаза. Да, я тоже заметил. Думаю, что глаза, глаза, потом я уши настраиваю. Глаза, цвет глаз, глаза.
Размер... Блин. Нет, уши в жопу, я не буду настраивать уши. Я просто не знаю, что сделать. Скулы, блин, я не знаю, что с этим делать. Вот только нос я исправлю немножко. Так, рот. Ёпарасоте, сколько всего можно настраивать тут? Да, это тебе не Sims. Нос, вот нос надо убрать ей немножко. Удивительно, конечно, но почему в Sims меньше стало настроек? Так, глубина носа. Что такое глубина носа? Нет, оставим 45. Подъем носа. Вообще 50 оставить. Глубина наклона. О боже, такого Пиноккио можно сделать. Стиль носа. Ширина, высота, глубина ноздрей, размер ноздрей, высота кончика, блин. Старательное создание, часть создания персонажа. Да. Понимаешь, здесь, чтобы не изуродовать ее, как раз ничего из этого трогать не надо. Только вот губы надо ей поменьше сделать, потому что она очень губастая у меня, как негр почти. Она азиатка, надо ей маленький сделать. Силиконовые. Ширина рта надо уменьшить. О, красота просто. А подъем рта? Нет, это надо оставить. Что такое глубина рта? О, она может, знаешь что? Она может с как утка ходить постоянно. Не надо. Или может наоборот всосать в губы, в себя. Вечный всос. Размер середины верхней губ. О боже мой. Глубина. Высота. Вечная улыбка у азиатки. Или вечно недовольная. Джокера можешь сделать. О боже, ладно. Так. Нормалек. Надо ей... Так, макушка, челюсть еще есть. Размер челюсти. Надо уменьшить его. Глубина челюсти. Нормально. Так, назад. Тело надо исправить немножко. Сложением. Ух ты, до челюсти добрался наконец-то. Я уже волосы наконец-то. Афроазиатка. Черт. Вице-президент. Египетская царица. Ну, египетская тебе подойдет же. Нет. Короткая. Космодевочка. Марли. Мечта подростка. Во-во-во. Да уж, лучше монахом будь. На лысо. Монах. Чувак, ты издеваешься? Азиатка такая. Она, кстати, сразу смахивает на мужика. Раста. Рок-любовь, интересно. Чё не такой большой лоб? Где лоб изменить? Лицо, глаза, нос, рот, подбородок, челюсть. Скула, да, это? Нет. Это лоб. А где лоб он? Брови. А, вот лоб, да, я вижу. Глубина, высота лба. Ширина. Ну, так вот. Это очень-очень-очень большой у нее лоб. Проверить еще раз. Черт, у нее теперь некрасивый лоб идет. Усы такие странные.
Кажется, я выбрал прическу. Прическа римлянин. Ай, блин. Знаешь, она издалека на мужика смахивает. Лицом. Ну, ты и ты-то делаешь. Не знаю, как исправить тебе это. Я не знаю, почему она смахивает на мужика. То есть, когда я смотрю на нее, я вижу мужика только. Ладно, без разницы, будем играть за такое. Брови поставь. Однобородый, и будет нормально. Брови сделать нормальными. Выщипанные. Блин, все равно мужик. Ладно, пофиг, ладно. Черные, серые такие. Растительность на лице. Я могу и усы сделать. Месье. Ой, блин. Испанец. Нет, так. Не нужна ей растительность, ей нужно... Может, одежка будет, когда будет нормально, она выглядит будет как нормально. Надейся. Я надеюсь, честно. Там есть косметичка. Да, во, косметичку. Пятна. Слева, блин. Ты что? Глаза енота. Сука. Ой. Так, немного сверху. Пятно слева, пятно справа. Не, вот борец с преступностью. Да, я посмотрю. Спасибо, ты енот, блин. Ой, ладно. Щечки. Щечки. Мим. Ой, ладно. О, черт. Нет, так. Румяная невеста. Губная помада, черные губы. Ух ты, маски есть, круто. Рот, губная помада. Я не понимаю, почему, но тут, где есть маски, типа, есть маска, все белое. И у меня, когда я навожу, у нас черное лицо становится. Просто очень черное. Ну, ты увидишь видео в этом. Даже это во рту? Нет, это... Все лицо. А, все лицо, да. Все это белое. Маски. Да, у меня тоже написано все белое, но у меня черное становится. Или разделенная личность, тоже все черное. Возможно, что у нас не прогружено. Яблочко мне нравится. Восходящее солнце. Это чисто можно азиатскую, мне, кстати, иметь. Леопарда вери. Не-не-не, яблочко, блин. Нормально, в яблочко, кстати. Предметы. Разбитый нос. Любовный укус. Лицо в крови. Пластырь. Маникюр будешь делать? Так, я любовный укус, нет. Я пластырь на щечки поставлю. Ногти, да, конечно, надо. Блин, ты не сиськи показывай, ногти показывай. Блин, я не вижу, где розовый цвет. Я вижу, где пурпурный, но я не вижу, где розовый. Ну ладно, фиолетовый так возьму тут. Сейчас, рот, блеск для губ. Так, личность теперь. Личность? Похвалы. That's what I like to see. Smooth and sexy. That's just perfect. Huh. You're the bee's knees. Yeah, right. Здесь что-то нормальное? Где? В похвалы. Ну, не знаю. Ладно. You're the bee's knees. Looking good. Nice day we're having.
Нормально. Галерея персонажей? Нет, нафиг мне надо. Ой, блин! Отмена. Все тогда? Как она... В чем она одета, нельзя выбирать пока? Там будет, по-моему, не? Ну, я готов. Сейчас я еще нет. Окей. Ну, здесь нету просто. Здесь есть только личность. Now you got something to say off the Who wants up? You wish you were this hot. Get down where you belong. You what was what you now go you up Blow off, wanker. Так, ну все, я готов. Начать игру тогда нажимаем. Давай. Пока будем в костюмчиках. The fuck is this? We paid up this month. Someone paid more. А где ты? Ну, я вижу себя в заставке, ты себя. Ага, я вижу себя. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Странный у нее такой голос у этой азиатки. Ну ты что, сам выбрал? Да? Да. Черт, я не знал. Может, мужской ей выбрал? Может быть, я не знаю. Там голос зомби даже есть. Ну я думаю, там есть в городе, по-моему, пластическая операция, наверное, можно поменять. Не, у меня такой голос такой негритянки, который, знаешь, Ну, забавно. Он взял эту игрушку, подергал и сказал, удивительное сходство. Там ничего одинакового нету. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gant, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets. Рассказывает тут всякую херню. За нас будут, по-моему. You may continue to operate the Saints Altar Media Group. Не близняшки, они будут за нас, по-моему. Ну, где-то я, по-моему, видел это. Не знаю. French fuck. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. Мне нравится этот диалог. Ну, сделай себе вафлю. And I had so hoped to come to. А он русский? Ну, я не уверен. А у него такой акцентик есть такой. Как он вырвал стул из... Он убил его? Russian bitches, yeah, motherfucker. Go, go, go! What the hell's going on? Boss, you gotta bail. No, not without you. What, there's like half a dozen guys? I can take them. Он даже не разбил свои очки, как Джонни Кейдж. Но у него и прическа какая-то неживая. Парик. Может, гель очень хороший. И милые родинки. Как клей. Я думаю, он пластического хирурга был больше всех из нас. Ну, первая встреча. Где ты? Ты уверен, что ты мужик? Да. Ну, блин. Да уберись ты ж, говно. Покажись, Афра. Сейчас. Your captain is having troubles finding the clutch. Keep it up. Мой пистолет. А. Че ты бегаешь туда-сюда? Вот я стою. Это не я там сижу. Ну. Ну. Себя тоже какое-то странное лицо. Замыленное.
Ну да, ладно. Бежим, 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 бежим. Не нравится мне этот пистолет совсем. Чего? Дурацкий, медленный какой-то. Да что ж за проститутки меня стреляют? Сверху, может? Да нет! Здесь за машиной сидели проститутки. Это знаешь, как первое оружие в этом? В чем? Dead Space. А какое там было первое оружие? Тр-тр-тр-тр-тр. Жалко, в заставках обоих не видно. Да. Нифига, мне так по лицу, так машиной чисто, не слабенько. Бывает. Ой, я взял чувака. Куда мне стрелять-то? А! Забавно. Да, там летят еще. С двух рук. А куда они летят-то, блин? Мимо. О, опять вниз. И как летит вниз? Ну, нет, честно. Мимо коробок. И все, ну тогда я в свободном падении. А, кстати, почему машина и... Ау, коробка тупая! Откуда она появилась только? Не погружаются коробки. Наверное. Я ее спас. Или ты? Я, конечно. У меня русская озвучка, вот в чем прикол. У меня чего? Она русская. В смысле? Она у меня говорит, we are gonna... Но она говорит реально с русским акцентом таким. Ну не знаю. I will shoot it. Что делать, что делать, что делать, что делать? Я не знаю. У меня глюк был. Быстро он целиться умеет. О, я вижу город. Я тоже. В облаках. Где они там летят? А, они уже внизу. И снова летит спасать эту дуру? Да, блин. Меня зацепили. Меня тоже. Тю-ди-тю-дим. И опять коробки. И палеты. Откуда столько действительно в этом самолете говна? Это большой самолет с говном. Вот откуда палеты именно? Вот мне в голову сейчас прилетело, я так и не понял. От коробок. Это в багажниках машин. Сколько машин, посмотри, одинаковых! Выгружать-то удобнее с палетами. Но машин сколько? Одинаковых. Ну да. Но это синдиката машины. You see, I'm return. Блин, у меня такой не азиатский, а именно русский акцент. Прикольно. Никто его не услышит никогда. Точно. Ну, может, услышит. А Джонни убили? Да. Жаль.
Negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate. А мы по каким-то хорошим улицам ходим. Интерактивным. Ты видел это? Что? Мужик в пиджаке такой, прям на улице ширинку расстегнул. Не, не видел. Блин. Так, где наши все деньги? Я свободен, свободно падаю. Продолжать или я, или... Ну сейчас, да, наверное. Давайте. Хоть... Авторитет растет. Да, немножко. Проток Шаунди. Номер Шаунди есть в мини-телефоне вашего мобильника. Она поможет цветы. Ясно? Ясно. Ясно. Saints Row. А как там на русский перевелось? Святые... Что-то там. Ну, открытое достижение. Приветственный вагон. Так, ну вот здесь можно и закончить первую часть самую. Мобила звонит. Че ты каратист офигенный? Уворачивайся от ударов. А ты сейчас слышишь, как у меня говорит? Или сейчас ты говоришь, типа, не? Есть, ну... тебя забил. Черт. Куда вы побежали? Куда мы побежали? Не знаю. Давай продолжим в следующей части. Да, да. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, удачи и увидимся в следующей части. Всем пока. Пока.